Не слабый, а спортивный пол. Накануне самого весеннего праздника тренеры и посетители одного из минских физкультурных центров провели флешмоб. Танцевальный номер смиксовали из популярных фитнес-направлений. Степ, аэробики, йоги, пилатеса и даже зумбы. Что примечательно, флешмоб прошел во время мужской тренировки по баскетболу. Фитнес, он поднимает настроение, поднимает жизненный тонус, придает уверенность людям. Он также оздоравливает. На подготовку участницам понадобились 3 недели. Флешмоб собрал почти полсотни человек.